Ба пофиксили уже все. Ларь у химика откройте. Что выпало? Там с босса выпало. Открой и его. Что? О боже мой. Жизнь мне. Зелье дикой магии тоже мне. Так, дальше. Длинного змея распределения. Зелье быстроты замирайте. О. Так, молниеносности мне. Да в ГБ просто положи. А он персональный когда получаешь? Да, персональное переполучение алхимии. Конечно, можно. Нужно. Это можно же было такую штуку продать кому-нибудь выгодному. Нет, персональное переполучение. Ну все, все, вопрос нет. Ага. Ну да. Я так никогда не думала еще. А за нее ОД дали? Дали. Да. А то у меня как было, так и осталось. Вот я сейчас посмотрю, точнее. Не, в ГБ ложи, мне еще ничего не надо. У меня сопротивления хватает. Вон поставили. Нет, вроде. Я просто хотела зелье дикой магии забрать, а уже перекинули в те ячейки, которых мы ничего брать не можем. Спасибо. Ничего. Так, ты же выдаешь отсюда фласки, маски, шмаски. А что ты сегодня дикей делал? Я смотрю, что фласок прибавилось. Сдавали, что ли? Да. Дик. Трава.
Я еще... Она мне тоже давала личный цвет, я тебе перекинула в эту же вкладку. Я могу купить сколько нужно. Да, Стархов. Лучше тут. Будет меньше мата. А то у меня сейчас все подухнет. Да как вчера все будет? Так, нету. Другие были проблемы. Но смотри, вот у меня снова все офнет. Не пеняй на себя. Хилить, хилить, хилить. И прохиливать. Обувь на этот, на криты. Почти. Беги, малышка, беги! Не в службу, а в дружбу. Башка. Может взять? На Эршаму, наверное. Ну, не знаю.
Сокращает время восстановления быстрее на 1 секунду. Просто в следующий раз они могут не упасть. Я тут останусь без штанов. Воображение. Вызов поезда. Нажимать. О, бомбу, ты номер два. Вижу босса. Бам.
Еще вопрос есть. Кнопка ХМ. Просто так хочется нажать. Там написано, не нажимайте на эту кнопку. Подходить? Конечно. Этот показывает хилбот. Беги, малышка, беги! Все? Лут потом? Нет. Умер, осторожно. Мы в тебе, типа. Ниточка. Беги, малышка, беги! Или станьте. А не надо было сейчас за спину? Вот когда уже перешли. А. Блин. О, вот спасает вот эту штуку. Смотри, там базука открывает уже все. Всего 4 стадии.
Куда тебе депортироваться? Искра, выражай меня. Я потерялась. Вторая. Да, кстати. У него берется сколько минут? 15. Да неудачно. А вообще, тоже кто-то прошел вообще на сервисе? О, слышал там. Молот на все хп. Они не будут новый квартал открывать? Без акса. Надо стоять 3 из-за того, что бомбы может кинуться, да? Или почему? Вторая фаза. А, заряжай. Или пельмень. Вайп. Хилы не могут хилить и все. Понял. Да, кстати. Хорош. Беги, малышка, беги! Так я в прошлый раз зашла с фулл МП.
малышка, беги! Да. У меня завтра экзамен. Нет, меня не ругают. Просто спрашивают, вот сколько будет. Беги, малышка, беги! Ну, ходи, же даже пытаться не надо. И возле них не надо. А что, в тебе стоять? Привет, Нэйч, босс. Именно этот второй фазы. А когда за спину прятаться? Беги, малышка, беги! Кошка. На Генджу. Что, так же тут стоим? Внутри? Ой, блин. Этим обстрелом ты ч... вообще... Тут показывают обстрел сколько. Я думала, ты себя хилишь, гнида сейчас подхилила. Чё, ещё куда? Гер, дать зиму, и убьём, всё нормально. Куда? Я, возможно, понял. Вот, отвечу. А барахло. Бам.
На вас камень был? Кошка. Лазерный обстрел столько. Ну да, он с нами сдох вон в центре. Я видела, еще удивилась, почему. Позади еще немного еще стоять. И убьем, если постараемся. И никто не идет. Это. Слушай, я поняла, откуда они лезут. Просто до гниды не доставала, думаю, что такое. Пошла к нему, и там бум-бот на меня прям на голову высаживается. Я поняла. Понимаешь? Помнишь, я говорил про Симпсонов, когда этот Гомер слушает свою жену. Вот когда ты тактику объясняешь, у меня вот эти обезьянки в голове начинают. Мне кажется, у всех так. Бумботы сколько дамажит? Бумботы сколько дамажит? 36 по мне пришло. Ну, это надо турнирить, дождаться, пока закончится. А Гера у тебя на четвертой фазе?
малышка, беги! Мы слепые. О, бомб, почему бы не подойти-то на нее взорвать ее? Запусти это через 30 секунд вроде бы. Если не верите, что жестко, посмотрите, как меня пробивают. Промахи, волки. Бом. Беги, малышка, беги! Вот. И меня забери. Комбат. Он будет типа от босса затаунтить, потому что креветку бьет. Проверки завершена. Пора начать.
Беги, малышка, беги! Те, кто выжили, поняли тактику. Слава, я не знаю, что такое, что такое ракетный залп. Меня убил какой-то ракетный залп на 6 800 000. Да, короче, все первые три фазы только одновременно. И еще нету этого статического. Где отбежать? Короче, еще легче, чем первые три фазы. Ну, что, расслабились. Все. Они далеко от трона, но это когда могут получить. Уже 200-й. Кстати. Мы все тут. Да все нормально, ты там стой и нет. Понятно. Беги, малышка, беги! Thank you.
малышка, беги! Малышка, беги! И все. В мины не ходите. Может. Сперва огнем, потом темный. Для... А у вас ОЕ огнем вроде бы. РДД, встаньте, пожалуйста, вокруг босса, на как по часам 12, там 6, 3, 9. Или успел? Ой. Народ, РДДшники, слышите? Смотрите, при вот этом пулемете становитесь по часам 12, 3, 6 и 9. Ну, по всей вот этой, по всей комнате. Потому что он поворачивается и сразу в двоих попадает, а может попасть в одного. Его дудки могут перевести, но его не переведут. Да хватает все.